Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Citroen C-Crosser 2007 года выпуска, полный привод, автомат. На этом автомобиле мы заменим направляющие с тормозного суппорта. В предыдущем видео, где я менял колодки передние и тормозные диски, нижние направляющие затянуты очень сильно, и они там закисли. Одну направляющую я смог выкрутить, но грани у ней побиты, поэтому мы заказали ее тоже. А вторую направляющую я даже не смог открутить. Грани у ней побиты, поэтому не стал рисковать, разобрал по-другому, там видео видно. И сейчас мы ее заменим, эту направляющую тоже. Я думаю, что получится молоточком отстучать резьбу. Возьмем меньшую головку, если что, забьем ее молотком и выкрутим. Поднимаем автомобиль, снимаем оба колеса и меняем направляющие. Поднял автомобиль, снял колеса. Вот оно направляющее. Вот здесь видно грани вот эти побиты, но это та, которую я смог открутить. Поэтому с этой все равно. Усилие небольшое, но тем не менее головка все равно закусила. Выкручиваем ее. Берем новую. Новую мы будем использовать фирмы Ruel. Номер ее идет RUM-227. Вот здесь же есть и митсубисевский оригинальный номер. Передняя, нижняя. Достаем. Смазываем ее смазкой высокотемпературной. И резьбу тоже помажу. Подтягиваем, опять же подтягиваем, не до безумия, просто подтянули и достаточно. Зачем там так сильно перетянуто, я не знаю. Вот она, наша вторая сторона. А вот здесь сейчас обстучим молоточком вот снизу. Ну, чтобы не повредить пыльник. Возьму подлиннее вороток. Также головка на 17, шестигранная. Не, слизывает грани. Грани сорваны. Взял 12-гранную головку на 16, забил ее. О, пошла.
Вот так вот закисает. Берем новый. Также его мажем. Здесь вот прорези есть. По прорезям мажем, чтобы смазка зашла. Мажем маленько шляпку сверху. Мажем резьбу. И закручиваем. Подтягиваем, опять же, не сильно, и все. На этом замену направляющих переднего суппорта мы закончили. Всего вам доброго!